Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Если вы здесь впервые, подписывайтесь непременно. Оставайтесь в нашей замечательной компании. А мы сегодня распаковываем BoxyCharm. BoxyCharm, батькович. Не знаю, правда, какой, как всегда. Сейчас мы будем открывать и смотреть. Потом я вам дам информацию по нему. Всегда мы распаковываем вместе. Это, друзья мои, либо премиум, либо базовая, я так понимаю. Ну, наверное, премиум, скорее всего. Потому что, судя по тому, какая она большая. Так. А, не написано. Странно, смотрите, друзья, ничего не написано. Так, теперь вариант второй. Шарим и ищем буклет. На нем должна быть информация. Так, BoxyCharm, treat your heart out. Интересно, и здесь не написано, что это за коробка. О, что это? Смотрите, друзья, здесь нет никаких ни цен, ни продуктов на другой стороне. И написано... Эпичные новости скоро. Кстати, я прошу прощения за посторонний шум. Это, ну, сами знаете, друзья, кошка в туалете зарывает. Написано, значит, фоловайте нас в Инстаграм и так далее. Я не знаю, что это все значит. Это вообще тогда получается, что за коробка? BoxyCharm. А где продукты и цены? I'm confused, как говорится. Я не понимаю. Ладно, давайте распаковывать. Может быть, какой-то там секретный материал будет дальше. Будь здорова. Кошка чихнула. Дальше в коробке мы что-нибудь найдем. Но пока я заинтригована страшно. Так, первый продукт. Огромнейший от бренда Refreshments. Это бренд Ipsy. И написано, что это body cream, то есть это вельветовый крем для тела, unscented, то есть без запаха. Отлично, я вообще не против. 235 миллилитров. Слушайте, огромнейший размер. Знаете, я для чего буду использовать? Так как это butter, да, то есть это как бы густой такой крем, я буду использовать, полностью он запечатан, это хорошо для рук и для ног перед сном. Вот, как вам такая идея, да? Прикольное оформление, и я готова попробовать что-нибудь от бренда Refreshments. Так, это продукт номер один. А как мы сегодня даже без всего, без цен, без всего? Может, все-таки там будет потом? Так, дальше от фирмы Ren. Фирма эта продается здесь на Sephora у нас, она не дешевая. И это сыворотка, которая... Это, по-моему, вот я выбрала этот продукт. Это сыворотка, которая борется с краснотой на лице. Вот, и, значит, здесь 30 миллилитров для, короче, кожи в стрессе, помогает ее успокоить, я так понимаю, и т.д. и т.п. Так, давайте быстренько распечатаем, я хочу глянуть, как выглядит упаковка. От бренда Ren я уже, конечно, не первый раз пробую продукты, и что-то мне у них нравится, что-то, как бы, не очень, поэтому... Это надо, конечно, тестировать. Но, тем не менее, сыворотки я использую два раза в день, поэтому это хорошо, это я обязательно точно так же использовать буду. Так, давайте я сюда пока поставлю, чтобы не запутаться. Так, это мы уже два продукта вытащили. Продукт номер три. Так, это от моей любимой персоны. Персоны. Это, знаете, что? Не, вот. Персона. Я чувствую, что я постоянно повторяюсь, потому что в прошлый боксе, ой, нам приходили от Персона продукты, и я вам всегда говорю, что очень мне нравится эта фирма, все мне нравится от нее. И это блеск для губ в цвете honey, что значит honey gloss, что означает мед. Я уверена, что будет очень красивый цвет. Я и тени от них пробовала. О, да, очень красивый цвет. Посмотрите, какой. Вау. О, похоже немножко на то, что у меня сейчас на губах. Очень красивый. Это мы с вами попробуем в отдельном видео. Так мы решили теперь делать. В общем, Persona очень классная фирма. Так, дальше. Так, дальше у нас идет Secret Garden. А, вот, это, мне кажется, друзья, это премиум коробка, если честно. По-моему, я вот это вот второй выбирала продукт, но не по своему хотению, потому что я совершенно забыла, что было время выбирать. И потом, когда уже зашла, было слишком поздно, уже все разобрали. И поэтому мне пришлось выбрать вот эту палетку с
румянами, потрясающей красоты оформления, но палетку с румянами я бы для себя не выбрала, поэтому я вам сразу говорю, что это пойдет на подарок. Да, очень красиво, безусловно, просто очень красиво, вот видите, какие розы, 3D, да, действительно 3D. От фирмы Eloise, я не помню, что-то я пробовала, да, у меня есть тени жидкие от этой фирмы, они очень хорошие. Будь здорова, ночь, Клодин. И, но я палетки, знаете, какие люблю? Чтобы не просто были четверо румян, а чтобы были хайлайтер, бронзер, румян, чтобы все в одном было. Поэтому я знаю, что я не буду ей пользоваться, но выбрать что-то было надо. Поэтому вот, это пойдет на подарок. Дальше. Так, ничего себе. От Ace Beauty, какая упаковка грандиозная, но написано, что это жидкая помада, неужели это все в цвете манифест, это все такая упаковка ради жидкой помады, ничего себе, вот эта презентация, как у какого-нибудь Лабутена, да, глядите, такая вот она одна здесь, вау, 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 вау. Мне кажется, на подарок просто шикарно будет. Очень красивый такой нюдовый цвет. Точно так же, мне кажется, я тогда на подарок ее оставлю, потому что мне кажется, он будет для меня слишком светлый. Он выглядит не таким светлым в упаковке, но мне кажется, что у меня было что-то подобное, и оно оказалось слишком светлым на моих губах, поэтому лучше не рисковать. Ну, вообще, конечно, презентация просто восторг какой-то. Как раз на подарок очень хорошо будет. Вот такой Ace Beauty или Ace Beauty. Дальше. Еще какую-то вытаскиваю палетку. Вау! Это от Seattle London. Что это у нас? Так, это тени от Seattle London. Тени, вот такая вот огромнейшая палетка. Давайте посмотрим. Я Seattle London тени больше не рискую пробовать. Тоже это пойдет на подарки, потому что мне тени от Seattle London больше не интересуют. Вот, но палетка просто огромная, очень красивое оформление. Ну и цветовая история тоже хороша. Да, сейчас я вам ее покажу здесь. Штучка такая, которая защищает. Да, вот, смотрите, какая красивая палетка, да, мы будем ее либо разыгрывать, либо я кому-нибудь просто подарю, вот, поэтому вот такая вот, от Seattle London, они в последнее время часто выпускают много палеток всяких разных, и много нам часто приходило в Ipsy, не в Ipsy, а в BoxyCharm, как раз таки эти палеточки. Так, сейчас, секундочку, я обратно все это упакую так, как это было, для будущих розыгрышей, либо подарков. Так, сейчас. Bubble wrap, чтобы не... чтобы ничего не разбилось. Так, что-то еще осталось у нас или нет? Нет, все. В общем, я вытащила, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это 6 продуктов. И я уверена, что это премиум-коробка, потому что... Два из этих продукта я выбрала, а в премиум коробке я выбираю два продукта. К сожалению, в этот раз абсолютно нет никаких цен, поэтому мы можем только предполагать. За премиум коробку я плачу, например, 40 американских долларов. В общем, считайте сами, как говорится, да? Что я думаю по поводу премиум коробки в этот раз? Знаете, что я думаю? Коробочка так себе, так себе. Вот этому продукту я рада. Это хорошая фирма, и стоит она хорошо, поэтому это я с удовольствием буду пользовать. Это я тоже буду пользовать, но мы в прошлой коробке получали, получается, бальзам для губ от Persona, но на самом деле я не злюсь на них за это, потому что Persona, мне вообще все продукты нравятся, особенно очень красивый цвет у этого блеска для губ, поэтому я с удовольствием точно так же буду пробовать. Это тоже пойдет в применение. Хороший размер, вот, так что, и, в общем, попробовать от этой фирмы что-нибудь очень хорошо. Три продукта, вот это все как бы хорошо. Дальше, помада я не буду пользоваться, палетка меня вынудили выбрать, я не буду пользоваться, и еще одна огромная палетка, я тоже не буду пользоваться этими тенями. Получается 50 на 50, и это, получается, коробка у меня, я ей ставлю 2 из 5,
2 из 5. Вот. Это одна из самых неудачных коробок, на мой взгляд, к сожалению. Просто потому, что вот эти вот три продукта, они не для меня, да, персонально. Так что вот такие пироги. Там, и вот этот, я знаю, что он очень недорого стоит, поэтому делайте выводы, да. Надеюсь, коробка, получается, какая там, то ли базовая, то ли люкс мне в этот раз идет. Я уже запуталась. Будет лучше, потому что сегодня, на данный момент, премиум — это разочарование полнейшее. Вот, я недовольна. Вот, но подписывайтесь, так как я жду еще Ипси и так далее. Поэтому оставайтесь в нашей замечательной компании. А мы пока будем прощаться, но я надеюсь, увидимся в ближайшем будущем. Всего хорошего, друзья. Пока-пока.